Привет, это Перипатетики, свежие мысли на ходу. Я в Покотских горах и хочу показать вам буквально одну вещь. Это кактус. Кактусы тут растут до небывалых размеров. Например, вон тот кактус, он размером с немаленькое дерево. Но вещь, которую я для себя в этих кактусах открыл, вот какая. Как только делаешь надрез, кактуса сразу начинает струиться белая жидкость. А на вкус белая жидкость очень горькая и липкая. Фактически при малейшем прикосновении он выделяет горечь. Почему кактус покрыт, как правило, иголками? Потому что в нем слишком много горечи внутри. Друзья, не держите зависть, обиды, непрощение, злобу. Вся эта горечь, она неминуемо вылазит наружу иглами. И тогда к вам просто не приблизится. Единственное, куда можно употребить такие, в кавычках, кактусы, это построить изгородь, чтобы никто не пробрался в сад. Берегите нервы, на них еще и горечь.